Вдоль трамвайной линии от Постникова оврага до университета строят тротуар. Много лет пешеходы ходили здесь прямо по рельсам, а от проезжающих трамваев прятались в кусты. Студенты обратились к мэру построить здесь такую необходимую пешеходную дорожку. И вот уже совсем скоро этот путь можно будет преодолеть без опасности для жизни и без препятствий. Но в самом Постниковом овраге люди продолжают время от времени выходить на рельсы. Существующий тротуар в низине, и его часто заливает водой. Там большой перевалочный пункт пассажирский с одного трамвая, с 23-го люди едут с Безымянки. Полные два вагона загруженных людей выходят на конечной станции и пересаживаются на 5-й, 20-й маршрут. Потом потоки воды, снега в зимний период, они все стекаются вниз. Утром, если заморозки, то по гололеду практически ходить невозможно. Люди идут по трамвайным путям. С просьбой решить этот вопрос Наталья Трушина обратилась к мэру на приеме граждан. Удобство и безопасность горожан – первоочередная задача, говорит Олег Фурсов, и дает поручение подчиненным привести территорию в порядок. Благоустройство можно выполнить быстро, достаточно. А вот что касается асфальтовых работ, исходя из возможности бюджета, либо полностью, либо частично, если, значит, денег совсем нет, на следующий год запланировать. Так же, как вот по студентам. В прошлом году пообещали, в этом году уже завершаем. Транспортный вопрос волнует всех жителей Сухой Самарки. От их имени на прием к мэру пришла Ирина Прокофьева. В последнее время люди дезориентированы в расписании автобусов 26-го маршрута. 26-й маршрут, который, в общем-то, где социальные карты участвуют, он вот совершенно, мы не знаем, как вообще на нем ездить. И поэтому у нас возникает проблема в связи с этим. То есть я обращалась от имени всех людей с просьбой того, чтобы сделали нам таблички, чтобы увидели расписание движения автобусов, чтобы мы знали, к какому времени выходить на эти остановки. На приеме выясняется, график остался тем же. В ближайшие дни таблички с расписанием появятся на остановках. По маршруту ходят 6 автобусов, как и раньше. Но из-за пробок перед Южным мостом, там идет ремонт, в часы пик происходят задержки в полчаса, а порой и в целый час. А есть возможность дополнительный автобус пустить вот в часы пик? Сейчас у предприятия отсутствует, так скажем, подвижной состав, который можно использовать. Ну, если перекидывать с каких-то маршрутов, где в часы пик нет такой напряженности, давайте поработайте, давайте мы вам такое поручение дадим. У нас до ноября ремонт моста идет, если не ошибаюсь, да, нам потерпеть 4 месяца надо. Но в сентябрь студенты поедут, школьники, там социальная напряженность вырастет. Со своими вопросами к главе города можно обратиться и онлайн. В администрации работает портал «Моя Самара». Это прямая связь с мэром. Здесь каждый может оставить свой вопрос или обращение. Их рассмотрят в кратчайшие сроки. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События.